Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем приходить в Wolfenstein. Ой, это будет Wolfenstein, так нет. Спиро в действии мы продолжаем проходить. Я сейчас несколько серий сразу за... Ага, то есть мы... Откуда? Подождите, мы откуда? Мы отсюда. Окей, значит, мы выходим и сразу дверь. Понятно, давайте. Пойдемте тогда... Как обычно, мы пойдем направо. Во! Там уже будет все ясно. Угу. Интересно. Ну, Кай, тогда мы пойдем налево, делов-то. Спину мне стреляет. Вот эти подлючие падла, а. Как так, а? Не, погодь, а где? Ты откуда здесь? Как ты сюда не зашел? Как у них получается? То есть все одинаковое такое же. Так, Кай. Не, нет. Да. Да хорош, да. Граждане. Именно еще не ясно, но это мы сейчас выясним. Так, 6. Нет. Ага. Так. 6. Ну что, давай. Кто? Ха-ха-ха-ха. Прощай. Возможно, по мне этого не было видно, но мне бросится так. Сердечко так. Как же убил чувака, я не забрал ключ. Вы зачем так сзади подкрадываться? Вот объясните мне, ну зачем? Что я вам плохого сделал? Ну. Так что здесь такого-то? Мне, по идее, надо найти второй ключ. Что-то пока он не находится. Блин, мне даже патроны не нужны. На. Сквозная. Окей. Да, сквозная. Здесь еще дверь. Но! Так, теперь нам надо назад. Там где-то были две двери такие, да? Там были такие две двери. Такие прям две. Прям две.
Так, да, это первая, вот, которая открывалась. Это мы здесь вышли, эта вот дверь открывалась, я потом пошел куда-то сюда. Так, здесь больше ничего, по-моему, вот здесь. Здесь. Да хорош. Это просто вокруг, да? Ага. Не, а где тогда? Вы интересуетесь, граждане, был ли я артистом? Ну, был. В театре подыграл. Прикасался, так сказать, к искусству метамена. Подожди, а где? Ну дайте-то ничего. Мне прям дико неохота ходить и тыркаться просто в каждую стену, чтобы найти эти тайники. О, зато я всех убил, поглядите-ка. Ну если там тайники без врагов, тогда это... Чего мы сразу кучу патронов сунули? Интересно, сколько здесь боссов? Блин, это вообще босс! Ну, по всем признакам, это был, конечно, босс, но хер его знает, может, выбор солдаты. Быть только сорт. Я просто не знаю, эти выбор солдаты и прочее, оно появилось только... В качестве врагов, я имею в виду, они появились только в Return to Castle Wolfenstein. Или уже был и Wolfenstein 3D. Ух ты ж ебать! Вылазь. Надо стоять здесь и никуда не уходить просто. Хорошая как оружие это стало. Бррр! Шесть. Здесь гуляла вся эта толпа дебилов. Куда ж ты пролетел-то так? Ну, просто нажал на кулак, как на лыжах. Да ха... Что здесь происходит? Да хороший... Реально просто мимо, как на лыжах, так... Что здесь, каток, что ли, какой? Я слышал, где что? Нет, не показалось. Бесконечное количество. О, жизнь, ключ! Мир труд май. Жизнь, ключ, сокровище, мир труд май. Подожди. А там было? Там было дверь где-то. Я вот не помню. Что-то какое-то место заключенное, помню.
как все работает. Так, мы сейчас выйдем и найдем, ладно. Что и делал, что-то даже среагировать только не успеваю. Да уйди ты отсюда, но сколько ж вас здесь, откуда вы лезете? Это же собаки уже просто бегут. И выбегают. Вот так, поняла, я тебя убил и сожрал всю твою еду, тварь. Будь знать. Блашкович, суки! Батон, кубков у вас. Я кубки еще со времен первого Dangerous Dave люблю. Сама игра говном, конечно, была полна. Но кубки там означали выход с уровня, поэтому... Вас собак где-то сзади. Как вот тут выжил? Блять, откуда, бляха-муха, ёбаный в рот! Блять, катакомбы такие под Кремлем, наверное. Окей. Я до сих пор не знаю, на кой хер. Ага. Слава богу. Чё нахуй? Чуваку прилетело... Чуваку прилетело въебало... Из минигана, он такой... Чё, это всё? Всё наше... Ай, бля! Да выйди, блядь! Реально что-то все подгручивает, я тебя пойму. Да. Счастье. Сюда идем. Ну ладно, я хотя бы ключ использовал. Да ёбаный в рот, откуда там сзади кто-то взялся? Что за бред? Вот я шёл. А, вот какого хера он? Он как на лыжах просто вперед. У меня 3 хэла. Блять, вот, ну вы видели, что, блядь, происходит? Нажимаю вперед, он говорит, ну как на лыжах туда заезжает, блядь. То есть и там выход? Что-то я такого не припомню. А, ну понятно. Тут что дальше? Может... А, это можно было с другой стороны сюда подойти, понятно. Тихо.
ладно, окей. Кай. С тремя хэлами будет непросто. Я бы на баду, блин. Разменялись. Ебать, с тремя хэллами гоняют, да вы чё? Хорош. Да дай-то патронов-то, ну. Я, блядь, даже сейчас не трогал ничего. Перезапустил, посмотрим, как оно будет. Так, вот сюда мне надо выйти, окей. Кстати, оказывается, можно сохранение и не обязательно отдельный слот делать. Можно точно так же заходишь, хоть и не отображается сохранение, но нажимаешь, когда F9, он, блядь. И он все равно загружает его. Так. Сюда, значит, мне потом. Блять, дайте аптечку тут, ребят. Вот серьезно, как надо, они прям грудами, это жратва лежит, аптечки, прочее. Как надо, хер ты дождешься. Отлично. Еще лучше. И здесь дверь. Здесь, наверное, финальная. Так, ладненько, пошли сюда тогда. Вот когда уже есть... Блядь, ты еще здесь. Я забыл. Когда уже есть здоровье, то можно сходить. Как водится, все одна территория большая. По-моему, что-то начал то ли Windows это... там систему продумать и прочее, и она соскочила маленечко. Так вроде нормально все. Вот все одно. Не, слушайте, ну ладно. Не одна комната, поехали исследовать тогда. Ебать, ну ладно, хотя бы я ключ разглядел, где лежит. Так. Шесть. Патронов прям на гулькин хер. Совсем чуть-чуть. Где они тут были, я же не понимаю. Опять херня какая-то начинается. Я, короче, хер пойми, что происходит. Этот у меня не глючил вообще абсолютно. Конечно, я трогаю. От слова совсем. А здесь что-то начинается, какие-то непонятные задвиги. Но все-таки не последнее слово в игровой индустрии. Игра такая, прям, знаете, суровая. Ой. А, так мы идем.
Так, я нашел ключ. Ключи у нас нужны были. Пойди теперь вспомни, где это было. Сюда. Во. Ух, как я сейчас хорошо сохранился, прям обосраться как хорошо, прям удачненько. Вроде давал себе зарок так вот сохраняться, надо, чтобы, дескать, как следующее было все видно. Автомат я нашел, окей. На лыжах проезжает кто-то, себя уже отпускает, но он же какое-то время и вперед. Это очень странно. Ну или как на коньках. Кому какой больше вид спорта по душе. Шо, ёбок? Да, пошёл. Да блять, откуда ты? Я здесь только что стоял, никого. Блять, еще один, ну серьезно. Что это за ебота? Подождите, эта дверь была, я открыл, а где была еще дверь? Или она еще не была? Что-то я не помню, чтобы была еще одна дверь. Но что-то я больше не особо не понимаю, куда можно сходить. I found the secret. Да ладно, прям серьезно? Сюда не надо было идти? Только не говорите мне, что так и есть. Если так и есть, то просто пиздец, серьезно. Аптечек мне столько не нужно. Это было логично, что выход из него такой же. А, да. Да сдохни, блядь! Не, ну здесь наверняка был обычный подход, просто я как-то срезал, так сказать. Нахер, нахер, нахер. Все, я вот сюда. А ты куда лезешь? Правильно, посильнее враги меня побьют, а он типа добьет, и вся слава достанется полубил великого би гениального там знаменитого Уильяма Блашковича. Йо! А то, что перед этим там десятки народу его покромсали. Что такое большой лифт? Смотри, какой жирный босс будет здоровый. Я даже почти половину секретов нашел. Половину! Так, ну это будет сейчас босс. Это прям по-любому босс. Я вот прям босс слышу. И жопой чую. В принципе, да. 5, 10, 20 получается. Ну реально, он как-то не сразу, вот сейчас сразу отвечает. Отклик идет, скажем так. Так, подождите, откуда я вылез? С какой жопы я вылез, серьезно? Вот сюда? Да. Так, здесь у нас ключ. Поехали сначала налево. Вот слышал же, что я не с того. Так,
Патронов просто нихуя вообще. Сейчас будет босс, я же не знаю, как я буду его убивать-то. Потом пока я не сохранился. Ты патрон-то будешь у него брать или нет? Хожу по ним, он все не будет. Теперь можно сохраниться. Ага. Так, значит, у нас была там дверь центральная. А мне интересно, а если вторая? Что происходит? Я так понимаю, это все было одно и то же, просто нужно было с разных сторон пройти. Ну да. Сейчас, а хотя бы пройти, вот. Неплохо. Мне побольше патрончиков-то пригодится. Я прям, ну, жопой чую, ну, серьезно, ну, должен быть босс. Сколько их будет? Ну, штуки три здесь, наверное, получается, за всю игру будет босс. Блядь. Нажимаю тебе, стреляй, сучоныш, шо ж ты не стреляешь-то, падла ебаная. А, нет, не босс. Капец, не босс, прикиньте, не босс, ура! Не босс. Я просто дверь на замке, господи, чё, так радуешься, как будто это выход с уровня. Это не выход с уровня, это просто дверь на замке. Вот, еще одна дверь на замке. А вот здесь уже может быть босс. Довольно-таки большое пространство. Вербозом! А есть всякие пушки, да? Да. Уж патронов, аптечки, да? Не дали жизнь! Ура! Вот аптечки вижу уже. Аптечки тоже хорошо. Есть такой закуток, просто окей. Главное потом, когда сейчас будет битва с боссом. Ну серьезно, я уверен. Ну пространство такое, музыка, 10 уровень, прошлый босс был на 5. Больше мы таких солдат не встречали, значит все-таки был босс. Блядь, съебался. Так, он тут что-то сейчас сказал такое. Ебать меня в копыта! Я ж сказал. Но! Так. А! Да. Ах так! О! А то все они орут, у меня орут на превьюшку. Давайте у нас 30 минут уже. Что-то я закрыл блокнотик зачем-то. А, я сходил себе, сварил кофе и его выпил. Да-да-да. Сварил кофе, прям как звучит, прям кружки не мешал, растворил его, как обычно. А с таким пафосом сказал, как будто я реально его там намолол. Ах так, он говорит. Ебать. Даже без тебя ты... Ой, это плохо, это зря. Я чувствую, встречаться, я боюсь его. Так, давай ждать его тут.
Босс. Босс. Блядь. Я же его ждал. А, Ахтун тут кричит. Не понимаю, что у меня с управлением. Почему все так хуёво? Ах, как корона собирает. Смотри, у меня вопрос пошел бить. Что, самый умный, что ли, здесь? Искусственный интеллект, все дела, да? Хорош, где он? Бля, да вы че? Охуенно. Так, у меня 82 патрона. Уже этого жарабаса не завалю 82 патронами, а? Надо первому за ним бегать, потому что иначе он... У меня все здоровье эти дебилы отнимают, сука! У меня 100% здоровья, и эти мудаки у меня все отнимают абсолютно. Уж мышки делать. Ты смотри, что творится, а? Я сильно мажу, серьезно. Из этого говна непонятно, что у меня сейчас происходит. Я понять не могу, что у меня происходит. Но происходит факт. Но я прям... Это мужская версия Хельги фон Буллоу. Много в молоко пуль пускаю. Окей, давайте попробуем вот с этого автомата. Не такой скорострельный. Надо с ним высовываться и показываться, иначе он начинает в обход куда-то идти. Да какого хуя я, блядь, только высунул ебало? Что такое-то, блядь? Блядь, вот куда я уперся? Объясните мне, здесь, блядь, чисто поле. Кто из пистолета садит, объясните. Эй, чувак, выйди сюда. Выйди, поговорить надо. А, так он еще и одиночный может хуярить, ничего себе. Как это продвинутый чувак? Как ты из минигана одиночный палишь? То ли ах так, то ли обсос он меня называет. Слышь? Блять, сука! Во, вот так вот, а то что-то я это... Не понимаю, короче говоря. Я нажал на F10 случайно, там понеслось, но что-то перезагрузился, сразу. Какой? Да во что ты здесь, сука, упираешься? Здесь нет ни хера, вот где стена. Я не понимаю, серьезно.
Да, рулям, что-то как-то очень это сложно. Вот такой же босс обычный, как и все остальное. Я не понимаю, почему я не могу убить. Что происходит? Объясните, пожалуйста. Самому хуй сюда войдет. Ну да, он начинает в обход идти. Вот как я за стену уже зашел, блядь, как ты по мне попал? Вот я по нему из-за угла хуй попаду. Прям коротенькими очередями, прям очень коротенькими. Вот я только высовываюсь, а в меня уже летит. Вот откуда он знает, откуда я вылезу, блядь? Так, ну окей, здесь на самом деле поудобней. Так, отлично, это сейчас мы уделаем. Ну да. Оказывается, надо было попробовать с другой стороны там нет. Ай-яй-яй! Сейчас заодно узнаем, как этого жирненького зовут. Нам предыдущий уже показали в конце. Типа, вы завалили такого-то. Все, есть клан, окей. 6. Барнакл Мулли. Барнакл, это кто такой барнакл? Это должность, видимо. Хер знает, какой барнакл, короче говоря, не знаю. Сложненький был барнакл. А, ладно, давайте вот так вот. Естественно, мы сохранимся вот на эту. На эту. Вот сохранение сделать отдельное. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов и на канал, пожалуйста, ставьте музыкальные темы. И всем всего доброго, эти хорошие игры. Всем пока. Я попробую еще серию минимум спешу. Посмотрю, что получится. Вот, всем.